День города – отличная возможность заняться здоровьем на свежем воздухе. Фитнес-инструкторы считают, что гуляя по городу, можно не только поесть сладости и выпить газировки, но и принять участие в спортивной разминке. Весело и полезно. На бульваре Кокоя в течение часа все желающие могли размяться и подзарядиться энергией. Сейчас достаточно сложно, потому что погода, так скажем, сегодня шепчет. Вот, погода прекрасная, и в связи с тем, что солнышко достаточно яркое и опасное, то да. Но наши тренировки рассчитаны на полчаса, поэтому я думаю, что люди не успеют так прогреться. Тем более у нас есть защищающие головные уборы, поэтому я думаю, проблем не будет. Инструкторы признают, заниматься в зале гораздо проще, чем на улице под солнечными лучами, поэтому упражнения были подобраны таким образом, чтобы городские спортсмены не сильно устали. К небольшой группе участников разминки постоянно присоединялись неравнодушные к спорту горожане. Еще большее количество людей предпочитали смотреть издалека. Наша энергетика нам поможет. Веселье. Мы будем стараться, чтобы люди не проходили мимо и присоединялись к нам к здоровому образу жизни. Участники фитнес-разминки за полчаса тренировки смогли выучить несложную, но эффектную танцевальную связку. Несмотря на все старания, массово привлечь к спорту горожан у инструкторов не получилось. Некоторые неравнодушные к искусству и музыке ивановцы предпочитали развлекать себя сами. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.